Жителей города приглашают на субботники, но в добровольном порядке. Мэрия и волонтеры запускают информационный проект «Чистое движение», цель которого – привести улицы областного центра в приличный вид после зимы. На портале Иваново.РФ создана интерактивная карта, на которой отмечены места в городе, при уборке которых потребуется помощь. Глава города в своем официальном аккаунте отметил, что уборка улиц и скверов – задача властей. Но если жители хотят помочь, им никто не запрещает. С инвентарем и вывозом мусора организаторы проекта обязуются помочь. На карте отмечены точки. В основном сейчас это основную площадь занимает территории ТОСов. Сейчас размещается в настоящее время информация о дате и времени проведения субботников. Дополнительно мы разместили в согласовании с управлением благоустройства 14 мест, где территория нуждается в помощи волонтеров. Там все желающие могут организовать свои команды и провести субботник на этой территории.